Социальные объекты должны работать с полной загрузкой. Вячеслав Гладков попросил муниципалитеты подготовиться к рассмотрению бюджета на следующий год и обратил внимание на то, чтобы заявки на строительство или ремонт объектов прорабатывались качественно. Важно, чтобы в будущем они не простаивали без дела. Например, глава региона признался, что часто видит пустующие стадионы, а это недопустимо. Так что для получения финансирования из областного бюджета необходима будет не только проектно-сметная документация и результаты государственной экспертизы, но и объяснение важности принятых решений. Нормативное количество объектов, нагрузка на объекты. И если мы строим объект, мы понимать должны, для какого вида спорта, есть ли для этого тренеры профессиональные, насколько есть, существует охват аудитории, на какую аудиторию рассчитано и место расположения этого объекта.